В Первоуральске мужчина устроил стрельбу на набережной городского пруда. 4 человека с пулевыми ранениями доставлены в больницу. О конфликте в полицию сообщил очевидец. Стрелком оказался неоднократно судимый за кражи и вымогательство нигде не работающий житель Первоуральска. Сотрудники полиции изъяли у него травматический пистолет. По предварительным данным, в пятницу вечером подозреваемый возвращался из кафе. На набережной он увидел автомобиль «Лексус», принадлежащий его знакомому. Группа людей пыталась помешать хозяину иномарки ехать дальше. Мужчина вмешался в конфликт, чтобы помочь другу. В драке он достал пистолет и расстрелял обидчиков. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.